Всем привет, меня зовут Алексей. Мы продолжаем прохождение Dark Messiah of Might and Magic. Итак, что же у нас здесь? А, здесь обычный секретик. Сталь теней. Я уже столько этих сталей теней нашел. Секретное оружие в дальнейшем прохождении уже становится не секретным, потому что ты находишь его на каждом шагу. Ну вот так вот я всю игру собираю всякую утварь. То паёк, то кинжалы, то зелье маны, то зелье здоровья, то зелье полного здоровья, то еще что-нибудь, то противоядие. Так, ну, сейчас нам надо добраться до места, где огромная паучиха. Вот, к яме, да, все правильно. Пойдемте к яме. Они взаправду открыли портал в Стоунхелм? Я видел это собственными глазами. Иной свет, иные звуки, и даже воздух там пахнет по-иному. А? Как это? Влажный, свежий, совсем не такой, как здесь. Мы все отправимся туда. Еще чего, мечтай больше. Едва Арандир добудет желаемое, он тотчас закроет портал. Да, ой, еще один остался вроде бы. А кричат как обычные люди, когда умирают. Не такие уж вы и некроманты. Яме, лаборатория. Как говорил царь Дарий к Серсу, ты всего лишь обычный человек. Ты же истекаешь кровью. Латы. Зелье маны, целебное зелье. Ягодный сачок. О, небольшой секрет. Так. Яме. Так, экран загрузки. Что ж, паучиху будем мочить в следующем видео. До встречи!